Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как заменить воздушный фильтр на автомобиле Volkswagen Passat B7 объемом 2,5 литра. Для замены нам понадобится такой фильтр марки AF1818. Он имеет такой внешний вид, очень длинный. Воздушный фильтр необходимо менять один раз в 10 тысяч пробега вместе с заменой масла. Для замены фильтра необходимо снять верхнюю крышку. Фильтр находится здесь внутри, поэтому мы ее откручиваем. Откручиваем с помощью такой головки Torx Т27 два болта с двух сторон. Затем разжимаем этот хомут и снимаем его вот сюда, на этот патрубок. Я использую большие плоскогубцы, если у вас нет специального съемника. Теперь можно снимать всю крышку, соединив этот патрубок. Сняв крышку, вы видите, здесь два ряда отверстий. Как писал один коллега из YouTube, здесь они есть тоже. Я пишу в комментариях, что они сделаны на заводе, а не кустарным способом, где-то в гараже. Теперь возьмем крестообразную отвертку и открутим шурупы крепления вот этой крышки, под которой находится воздушный фильтр. Шурупы здесь очень длинные, поэтому откручиваются долго. И снимаем верхнюю крышку с фильтром. Вот наш фильтр. Проверим, какое его состояние. Как видите, он еще не очень грязный, но уже требует замены, потому что цвет свой поменял, покрылся пылью, и замена не помешает. Вот пластмассовые части фильтра почищены от пыли, и аккуратненько вставляем на свое место новый фильтр. Следим, чтобы он плотно сел по всей своей рамки, по периметру, чтобы не было перекосов и пустот. И после этого устанавливаем на место фильтр. Закручиваем по периметру все шурупы. Для облегчения одевания и снятия верхней крышки на свои крепления я смажу аналогом смазки ВД-40 вот эти резиночки. После этого одевать и снимать ее будет намного удобнее. Устанавливаем крышку на свое место. Ставим вместо все шланги. И фиксируем хомут.
Вы были на канале «Дело мастера боится», смотрели видео о том, как заменить воздушный фильтр на двигателе автомобиля Volkswagen Passat B7 объемом 2,5 литра. Пишите все замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!